Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки, я надеюсь, с хорошим настроением, потому что рынок в целом этому способствует. Мы видим, как доллар начал снова постепенно отбивать свои ценовые позиции, рисковые инструменты, соответственно, остаются под давлением. Еще бы нефть не разочаровывала нас, ну, в целом, оценивая фундаментальную картину, мы легко сможем прийти к выводу, что этот актив по-прежнему имеет очень много шансов на то, чтобы сходить ниже текущих значений. Начнем мы, как и всегда, с того, что произошло за прошлую торговую сессию на рынке черного золота. Поэтому давайте прямо подведем итоги. Клосс 47.40. Сейчас актив торгуется на уровне 47.79. А вот если говорить про значение локального максимума, так называемого экстремума, то были серьезные предпосылки у этого товарного инструмента забраться даже выше $50 за баррель. И я думаю, что те, кто делает ставку на снижение, наблюдая, как вчера быки активно ринулись в бой, конечно же, было боязно. Теперь, что касается фундамента, который этому поспособствовал. Я надеюсь, что... Но особенно те, действительно, кто заинтересован трейдингом именно этим инструментом, уже разобрались в информационной картине. Для тех, кто этого не сделал, рассказываю. Вчера в Reuters поступило сообщение о том, что на форуме в Китае министр энергетики нефти Саудовской Аравии, в частности Аль-Фалик, готовится сделать громкое заявление в содружестве с Россией. Как только эта информация появилась в Reuters, трейдеры сразу же додумались, что же может произойти. Видимо, Саудовская Аравия и Россия действительно о чем-то договорились. Возможно, эти потенциальные договоренности подразумевают солидарные действия по ограничению добычи, то есть либо по снижению производства, либо заморозки на тех уровнях, которые были уже достигнуты и в расчете на рост мировой экономики. Вроде бы как это в перспективе ближайшего времени, ну не знаю сколько, год, два, три, но должно восстановить баланс между спросом и предложением. Но на самом деле это были только надежды, только ожидания, потому что в тот момент, когда Аль-Фалик, собственно, выступил и разочаровал трейдеров, вы видели, как после достижения вот этого хая 49.37 Brent буквально камнем полетел вниз, отыграл большую часть, точнее потерял большую часть того роста, который был показан, и в принципе даже по текущий момент сохраняет, опять же, потенциал для развития еще больше коррекции, потому что адекватная оценка вчерашнего фундамента, она позволяет нам предположить и говорить о том, что никаких договоренностей достигнуто не было. Что же такого сказал Аль-Фалик? В частности, уже по факту конференции, его выступления, можно говорить о том, что между Россией и Саудовской Аравией было достигнуто соглашение, которое предполагает скоординированные комплексные меры, направленные на стабилизацию цен на энергоносители. Но это не заморозка, как я уже сказал, это не снижение объемов добычи, а это всего лишь мониторинг посредством создания рабочей группы, которая будет оценивать ту ситуацию, которая сейчас складывается на рынке углеводородов. И ничего большего. Плюс ко всему, дополнительным негативом для Брента выступили еще комментарии как со стороны Саудовской Аравии о том, что текущие уровни явно не критические и уж точно не настраивают нефтедобывающие страны на решения, которые могут предполагать снижение объемов добычи. Точно такой же комментарий был подтвержден со стороны министра энергетики России Новака, да и президент России Владимир Путин также дал понять, что текущие цены на нефть вполне устраивают российскую экономику. Ну, видимо, ему виднее. В любом случае, я считаю то, что мы просто обязаны из этого новостного фона сделать простой вывод. Неформальная встреча в Алжире нефтедобывающих стран уже не за горами. Она действительно приближается. Через 3 недели мы будем
с большим вниманием акцентировать на не все наше, опять же, восприятие того, что происходит на рынке энергоресурсов, но уже понимаем, что никаких договоренностей не будет, потому что Саудовская Аравия уже сообщила о том, что на форуме в Китае буквально вчера, что нет необходимости сейчас рассматривать какие-либо агрессивные, опять же, сценарии, которые станут предполагать серьезного подхода посредством ограничения добычи. Я думаю, что мы уже можем готовиться к встрече, которая не принесет никаких плодов и результатов, поэтому держим ее просто как новость про запас, но руководствуемся больше цифрами, локальной статистикой, которая выходит внутри дня. Ее много всегда. В частности, у нас на повестке ближайших дней запасы нефти. Сначала от Американского института нефти, а потом от Минэнерго США. Поскольку вчера в США был праздник, День труда, поэтому все отчеты традиционно едут ровно на сутки вперед. То есть у нас API не сегодня в 23:30 по московскому времени, а завтра. Поэтому сегодня у нас есть возможность только продолжить следить за всем новостным фоном, который складывается вокруг нефти, и параллельно понимать то, что сейчас Brent и WTI будут, наверное, находиться больше, конечно же, под влиянием этого новостного фона и еще поведение доллара, который сейчас на азиатской торговой сессии против иены претендует на то, чтобы снова добраться до сопротивления 104 иены за доллар. И мы понимаем то, что этот порыв, этот бычий выпад вполне оправдан. Если доллар продолжит расти, значит давление на сырьевые активы сохранится, потому что рост доллара будет базироваться на ожиданиях скорого повышения процентной ставки, что для товарного сырья может оказаться очень разрушительным фундаментом, способным скорректировать позиции и золота, и нефти не на 1% пункт. Наша ближайшая цель, краткосрочная, поскольку котировки сейчас находятся на высоких значениях 47-40, давайте цепляться за уровень 47 как поддержки и ставить на постепенное сползание в район 45 долларов за баррель. Со своей стороны обязуюсь, я обещаю вам следить за всем информационным фоном. Хорошо, что у нас есть возможность с вами видеться каждый день, поэтому буду держать вас в курсе. Наверное, это больший посыл, а даже такой рекомендательный для тех трейдеров, которые носят, опять же, с точки зрения своего подхода, долгосрочные взгляды по трейдингу этим товарным инструментом. Российская валюта 64.87, ну буквально замерли мы в паре USD-RAP рядом с сопротивлением 65, и мы понимаем, что ситуация не изменится до тех пор, пока серьезно не просядет Brent. Но даже если сейчас мы дождемся того, что хотим увидеть резкое ослабление Brent'а, а с уходом ниже на 46 долларов за баррель, мы понимаем то, что вот до выборов в Государственную Думу остается 2 недели. И нужно потерпеть, нужно понимать, что политическая тема, она будет еще оказывать локальную поддержку, опять же, курсу российской валюты, особенно в контексте весьма оптимистичных заявлений и комментариев, которые были сделаны господином Путиным в ходе форума в Китае, в том числе и по перспективам российской экономики. Я думаю, что в двух словах вы уже знакомы с этой темой, поскольку буквально все заголовки новостей пестрили его тезисными формулировками и тем, что он, собственно, говорил. Европейская валюта против доллара. Мы видели то, что вчера на азиатской торговой сессии евро даже предпринял попытку, чтобы подрасти. И причина интереса к главному валютному риску единой европейской валюте крылась в ослаблении локального доллара, который на тонком рынке по причине празднования Дня труда, ну, может быть, не имел поддержки со стороны тех трейдеров, которые поддерживали доллар и США. Но сейчас картина уже другая. Мы шагнули в торговую сессию вторника. Новостной фон начинает обрастать все большим количеством новых событий, статистики все больше, и мы с вами готовимся для евро к самому важному событию. Это, конечно же, заседание Европейского центрального банка, которое у нас в этот четверг. Вчера из фундамента на что нужно было делать ставку? На данные по индексам деловой активности в сфере услуг, которые подтвердили оценку слабости производственного сектора, то есть те цифры, которые мы с вами получили недели назад. Производство просело, и вы помните, мы с вами предположили, что низкие значения, опять же, промышленности, слабость промышленного сектора, она станет причиной того, что первое полугодие 2016 года будет продолжено таким же слабым вторым полугодием 2016 года. Сфера услуг
по факту цифры Германии 51,7, спад с 53,3. По еврозоне в целом 52,8, снижение с 53,1. Сфера услуг также хромает, снижается. И учитывая то, что для развитых экономик сфера услуг генерирует больше 80% всей деловой активности, мы понимаем то, что это должно привести к соответствующему спаду и по показателям ВВП. Тем более сегодня у нас в 12.00 выйдет отчет по темпам экономического расширения в рамках всего валютного блока. Я считаю то, что поспорить с этим будет очень трудно, что раз у нас индексы производственной активности и сферы услуг так сильно просели по итогам прошлого месяца, но тогда экономика явно не имела возможности для того, чтобы набрать больше, скажем, процентных пунктов, десятых процента. А скорее всего, она сегодня, как статистика, нас разочарует и подкрепит позицию того, что Европейский центральный банк имеет сейчас больше оснований, может быть, даже чем месяц или два назад, чтобы порадовать нас, как трейдеров, сделающих ставку на ослабление евро, новыми мерами экономического стимулирования. 80% всех аналитиков сейчас считают то, что в этот четверг мы с вами услышим про продление программы количественного смягчения за март 2017 года. Есть даже те, кто считает, что ЕЦБ в лице Драги может сообщить о увеличении лимитов программы количественного смягчения за 1,7 триллион евро. Любое из этих действий, конечно же, расценивается как мощный инструмент стимулирования экономики и провоцирует ослабление валюты, которая стоит за регионом, в данном случае за еврозоной. И, конечно же, речь идет о евро. Поэтому, глядя на то, что евро сейчас снижается, вчера мы закрыли торговую сессию с минусом. Может быть, это как раз и подготовка к тому, что евро продолжит дальше корректироваться к поддержке 1.11 и с возможностью достижения ближайшего, более-менее такого оправданного целевого значения, это 1.10. Сейчас котировки, кстати, 1.1146. Фунт против американца 1.3323. Вслед за очень хорошими цифрами по деловой активности в производстве, в строительстве, которые были опубликованы на прошлой неделе, вчера вышел отчет по сфере услуг. И мы с вами говорили, что если эта статистика каким-то чудом также поддержит позиции фунта, ну, может быть, будет не лишним тогда краткосрочно, ключевое слово, сделать ставку на потенциальный дальнейший рост фунта. Сфера услуг по факту вчерашнего отчета 52,9 с 47,4. Честно говоря, не имею никакого представления, где же этот сектор, так же как и производство, так же как и строительство, нашли основания для такого роста. Потому что если в прошлый раз, когда мы получили минимальное значение за несколько лет, мы понимали, что это является следствием выхода, начатого процесса выпадения состава Европейского Союза, то сейчас статистика, она не просто вернулась к тем уровням, которые были когда-то, вот месяц, два, три назад. Это уровни, которых мы не видели несколько лет. Вот такой контраст. Минимальные значения за несколько лет, а потом и максимумы, сопоставимые по таким же экстремум. 52,9 это также многомесячный хай. Вы помните, что по производству 26-месячный хай, а по строительству, по-моему, максимальное значение за последние 8 месяцев или даже за 10. Но в любом случае такой очевидный контраст, который пока я затрудняюсь каким-либо образом объяснить. Поэтому для тех трейдеров, которые вот поставили на ослабление фунта и верят в то, что этот актив против доллара должен котироваться ниже 1.30, как минимум, это правильный подход, потому что уверен, что спустя месяц, когда мы снова вернемся к оценке индексов деловой активности, мы получим подтверждение того, что на самом деле восстановительной картины нет. Это просто либо сезонные факторы, которые привели к такому росту, либо случайность, может быть, огрехи, погрешности статистики. Я считаю то, что тренд будет все-таки негативным, но краткосрочно не стоит упускать возможности прокатиться по фунту повыше. Поэтому я предлагаю вам заходить в длинные сделки по фунту против доллара с целью как минимум тестирования сопротивления 1.34. И отказаться от этой идеи может только резкое укрепление доллара. Хотя здесь также можно сделать ремарку, что мы увидели рост доллара и на прошлой недели, но этот рост полностью игнорировался британская валюта. Вполне возможно, что фунт заряжен
ориентированы только на национальные фундаменты. И национальный фундамент сейчас действительно радует. Даже если опустить индекс деловой активности, вы помните, что розничные продажи, которые вышли 2 недели назад, а также многомесячный хай, уровень безработицы на минимуме за 8 лет. В общем, фундамент сейчас явно только способствует, опять же, дальнейшему росту фунта, хотя объяснить его очень трудно. Доллар японская иена 103.60. Мы видели, как сегодня на азиатской торговой сессии пара снова претендовала на движение в район сопротивления 1, точнее 104, но пока, в принципе, доллар немножко отступил, но не собирается пока сдавать позиции японскому валютному активу. Понятное дело, что американец сейчас находится под воздействием присутствующих на рынке спекуляций на тему повышения процентной ставки со стороны ФРС США и нового раунда экономических стимулов со стороны Банка Японии. В частности, в ходе, опять же, форума, который проходит в Китае вчера, Синзо Абе, которого возглавляет Банк Японии, точнее Курада, Синзо Абе, премьер-министр. Курада ясно дал понять, что японский регулятор по-прежнему готов задействовать еще один раунд количественных и качественных экономических стимулов и точно сделает это в случае сохранения давления на индекс потребительских цен. Хотя индекс потребительских цен, как вы помните, последнее годовое значение минус 0,5%. Это худшая цифра за все вот 3 с небольшим года, когда Курада находится у руля японского регулятора. Чтобы исправить ситуацию и хоть как-то подстегнуть потребительские цены, без радикального вмешательства не обойтись. А под радикальным вмешательством мы с вами подразумеваем либо снижение дальше ставок по депозитам, увод их на еще большую отрицательную территорию, либо запуск программы количественного смягчения только уже в новых объемах, то есть расширение действующей программы за пределы, возможно, 100 триллионов иен, точнее, ну да, все верно, в год. Что касается сегодняшнего дня и тех событий, которые у нас на повестке. В 17.00 выйдет отчет по индексу деловой активности в сфере услуг США по версии ISM. Это очень сильный отчет. Он традиционно провоцирует волатильность по паре USD-иена в диапазоне 30-40 пунктов. Но сегодня у нас не просто еще один статистический релиз, который будет оценивать состояние сектора услуг. Сегодня у нас мощнейший отчет после Non-Farm Payrolls, который может повысить шансы ФРС на повышение процентной ставки. Поэтому, если мы получаем хорошие цифры, что на фоне роста личных доходов и активизации потребительской активности вполне возможно, мы будем говорить о том, что вероятность повышения процентной ставки даже по итогам сентябрьского заседания может перевалить даже за 50%. А что касается Банка Японии, то следующее заседание состоится 21 сентября. И кто знает, может быть, 21 сентября наконец-таки Банк Японии все-таки обрадуют рынки тем решением, которое он, на мой взгляд, должен был принять еще месяца 4, может быть, даже больше назад. И этот новый, потенциально, даже вербальный раунд экономических стимулов должен стать причиной еще большего давления на позиции японской валюты. И еще я сегодня хочу обратить ваше внимание на пару USD-Swiss и вообще просто на динамику швейцарского франка. Возможно, вы торгуете не против американца, а против какого-нибудь другого рискового инструмента, либо используете кросс, но не важно. Самое главное, швейцарский франк сегодня также находится в центре внимания трейдеров, потому что в 19.15 по Москве состоится выступление руководителя Национального банка Швейцарии Джордана, и я думаю, что он будет говорить про эффективность ранее принятых мер по экономическому стимулированию. Вы помните, что ставка по депозитам сейчас в рамках Швейцарии находится на самом низком уровне среди всех развитых рынков, минус 0,75%. И до этого, когда мы следили за швейцарским банком, мы знали, что и Джордан, и НБАШ готов, собственно, на
новые интервенции, если рост франка продолжится, потому что дорогая швейцарская валюта подрывает конкурентоспособность национальных производителей, и мы видим, как резко сразу страдает торговый баланс и показатели экспорта. Поэтому, если сегодня мы услышим, а я в этом практически не сомневаюсь, мягких комментариев о том, что сверхагрессивная политика будет также сохраняться, тогда швейцарская валюта может оказаться под серьезным давлением. И учитывая текущие котировки 0.98-0.3, почему бы не поставить на фоне подобных ожиданий, что пара может претендовать даже на уход в район 0.98-50, а может быть даже и еще выше. Из важных отчетов сегодня, как уже отметил, в 12.00 ждем ВВП еврозоны, в 17.00 индекса сферы услуг АСМ и в 19.15 выступление Джордана, который возглавляет Национальный банк Швейцарии. Кодовое слово на сегодня – избыток, величина бонуса 12%, действует он, как и всегда, до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Со своей стороны, традиционно желаю вам хорошей торговой сессии, попутного тренда. И увидимся, соответственно, уже завтра. Не забывайте о том, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube, поэтому заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы, комментарии, ну и, конечно же, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.